Они не пустят вас эвакуаться? Мы пытались, врачи, 8 машинами пытались эвакуироваться со своими семьями. И вот, в момент, когда они эвакуировались, они доезжали за мост, на котором стояли блокпост украинских военных. И вот они после этого говорили: возвращайтесь, мы никого не пускаем. Наши медики, вернувшись в этот, опять пытались через другой образ, вот через Ильича Рым этот, доехать до перекресток Мухина. Там тоже стоял блокпост. Точно так же на наших врачей наставляли оружие и сказали: возвращайтесь, мы вас никого не выпустим. Украинский. Не на украинскую сторону. Как это возможно? А мы не знаем. Мы тоже этого понять не могли. Потому что, извините меня, началось вот первые дни, да, боевых действий. Пошли в окраину города. Начали это. Мы в это, все больницы были эвакуированы и приготовлены для приема раненых. А объема раненых не поступало. Потом выяснилось, что украинские военные забрали себе все скорые помощи. И больные, раненые, с оторванными ногами, руками, с ранениями, поступали к нам только потому, чтобы их привозили волонтеры. Понимаете? Другие военные нам никто не привозил. Точно так. Сообщение водой снабжения. Приходилось от волонтеров, еда от волонтеров, люди, которые могли, привозили для генераторов, для всего, и запускались на несколько часов в момент привезения больных и начала операции. Вот в эконом-режиме запускались генератор, больница работала, хирургия, это травматология, реанимация, работали, делая операции. Понимаете, под обстрелами, под тем, что здесь сотрясалось все здание, все эти. Это стреляет, это... 4 вот этажа, вот это первое здание, это хирургический корпус. Да? И вот, под тем, что здесь сотрясалось все здание, все эти. Это там...